Итак, мы в боевой лиге. 46% шансов у чувака выиграть, естественно. Естественно, это будет унижение, ребят. Прям не сомневайтесь. Я хочу, чтобы он испытывал боль. Боль и физическую, моральную сразу от того, что... От той самой мысли, что однажды можно было встретить меня. Он даже с другом пришел на... Вот, на, типа, как это называется, раз на раз прыгают. Он с другом пришел. Вообще, не один даже. Все равно будет унижен. Понимаете, насколько... Сложно быть моим врагом, моим оппонентом наказан. Что это было такое? Чувак, тебе не понравилось? Я же через всю карту пролетел, чтобы только дропнуть комбо. Ну-ка, сейчас я встану, сука. Видал, как я встаю? Прям с комбинацией. Так унижение не делается. Тебя научить, что ли? Сколько тебе можно? Так, ребят, смотрите. Во-первых, это было не унижение. Это было абсолютно... Что ты про отмену думаешь? Ничего. Аборт — это отмена. Я твой врач. Врач в больнице, который говорит, что у вас отмена, извините. Ты это, кстати, мог наказать. Ты не стал. Не сумел. Люблю так делать. Комбинация с нижнего удара начинается. Теперь наказание. Сейчас более-менее похоже что-то на унижение, но не так. Давай. Наказан. Очень углы отличаются. Они просто долбят по клаве. Почти меня убивают, да? Такого не ожидал. На самом деле для нуба он неплохо играет. Хотя еще я сделал, что он должен плохо играть. У него там 46% было. Это почти то же самое. Тот же самый уровень. Сейчас я его накажу прямо в самом начале. Нет. Потому что он ничего не делал, чтобы он накат. Почему он не сработал? Это моя любимая комбинация. Отходит вовремя. Такими темпами. Вот, мне нравится комбинация, которая с отменой. Он достает. В этом раунде не было унижения, потому что я допустил. Я позволил себе проиграть специально, ну, чтобы он почувствовал себя человеком. Потому что настоящее, ну, оскорбление чувств начинается тогда, когда ты уверен в своей победе. Вот как сейчас он заходит сейчас в реванш и думает, что все будет ок. Но будет ли ок для него? Будет ок для меня? Будет втаптывание в грязь? Все, давай без заставочек. Нажми мне перед заставочкой. Что ты сейчас скажешь мне? Что ты делаешь? Респект, конечно, за первый удар. Наказание. Слишком быстро он вниз. Что ты сделаешь сейчас мне? Ничего. Кусок говна. Попался просто на серию. Кровотечение. Вот оно унижение. Видите, когда он не понимает, что же происходит. В прошлом же раунде все нормально было. Вот.
Когда он стоит, ничего не делать не может. Он просто получает в пах кулаком. Вот это унижение. Еще на какие-то комбо запишешься. Так, меня схватил. Будешь жестко наказан. Кусок ты говна. Кстати, очень предсказуемо у меня стал. Ладно, дропы. Да, прыгай. Прыгай, у тебя телепорт еще есть. Попался, урод. Все, ты друг. Вот оно, опущение. Просто удар в пах. Вот так. Кнок. И готов, чувак. А нихер. Этот раунд посвящен снижению. Получай. А у нас еще один есть. Сейчас я должен максимально объективно показать ему, насколько он ничтожество. То сейчас это было просто, ну, победа за победой. Ну, типа, ты, конечно, профессионально просто бой был. Сейчас будет настоящая игра. Ну, не игра, а унижение, конечно. Кто Mortal Kombat ради игры играет, он не понимает сути. Видал трюк, какой я сделал? По яичкам, как тебе, нормально так? Как тебе мой стиль? Зачем ты ведешься на... Я мог, кстати, поймать. Блять, вот я лоханулся. Сзади поймал. В общем, он вроде что-то пытается. Зачем я это сделал? Как ему объяснить, что я это сделал не специально? Вот я же делал. Вот это делал, вот это настоящий комбо, нормально. С отменой все, чтобы он не ожидал. Он до этого. Просто у меня иногда, видимо, по старой памяти работает херня. Классный прием. Так, что я хотел сделать? А, мне нужно с нижнего удара начать после телепортации. Вот, работает. Потому что я такое давно не использовал. И он, наверное, забыл, что вообще такая комбинация есть. Я сейчас, между прочим, хотел гарпун кинуть. Если бы у меня получился, это было бы очень странно и вовремя. Отправлю-ка я тебя в другую часть карты, чтобы еще раз поймать. Все. Я думаю, что он понял, что сложно играть с профессионалами. Вот мой ответ. Иди учись еще играть дальше. Учишься, потом к батьке приходи, батька научит.